Первый раунд. Конец первого раунда. Красного ринга. Рейд спортсмен. Представитель города Бишкек. Таваймиков Джаксулы. Мастер спорта по боксу. Боксом занимается 10 лет. Чемпион Казахской Республики 2021 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Абаева Акыката и Рыспендиева Тамердина. К данным соревнованиям подготовил заслуженный тренер Кыргызской Республики Абаев Акыката. Весовая категория до 67 килограмм. Yeah.
попал, 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 еще, еще. Борис, здорово. Седьмого ринга отыгрывает спортсмен, представитель города Ош, Имиджанов Нурсаид, мастер спорта по боксу. Провел 60 боев, из них 50 побед. Боксом занимается 8 лет. Победитель международного турнира имени Шококова 2022 года. Тренируется под руководством Султанбаева Бегенаса. К данным соревнованиям подготовил заслуженный тренер Кыргызской республики Турдаалы Коморов. Весовая категория до 67 килограмм. Третий раунд. Конец третьего раунда и